Пожар на улице, рабочие посты в интернете, дополненные кадрами любительского видео, буквально заполонили социальные сети Химок. Позже стало известно, возгорание произошло на складе с продуктами. Пламя окутало 2700 квадратных метров. На место происшествия приехали сотрудники МЧС. В ликвидации пожара участвовали более 50 человек. Еще один пожар вспыхнул прямо на МКАДе со стороны улицы Молодежной. Во время движения здесь загорелся автомобиль. Обошлось без пострадавших. А эта троица решила начать год со здорового образа жизни. Парни зашли в магазин спортивного питания, чтобы порадовать себя пищевой добавкой. Правда, платить за нее не собирались. Однако далеко убежать воришкам не удалось. Увидев, что их сняла камера наблюдения, молодые люди решили все вернуть.